Дом, где согреваются сердца, под таким названием в Солигорске пройдет завтра, 22 февраля, концерт известного белорусского автора-исполнителя Виктора Калины. Солигорчане и гости нашего города смогут услышать также песни и одного из ярких исполнителей эстрадного шансона Алексея Рома. Начало мероприятия, напомним, в 18:00 в городском дворце культуры. А сегодня Виктор Калина стал гостем нашей студии. У нас только начался гастрольный тур, прошли 3 концерта в Витебской области и в Минской области. Вот. А такой по-настоящему большой тур начинается с сегодняшнего дня. Это город Пинск. Вот мы сегодня будем, мы просто решили ехать в город Пинск через Солигорск, потому что пообещали интервью для ваших зрителей, наших слушателей и наших поклонников. А вот сегодня концерт у нас в городе Пинске, большой концерт, а завтра в вашем городе. Это новая программа «Дом, где согреваются сердца». И несмотря на то, что концерт пройдет практически в преддверии Дня защитника Отечества, я считаю, что женские сердца по-настоящему согреваются моими песнями и на моих концертах, потому что 90% песен – это песни любви. Полную версию интервью со звездой эстрадного шансона Виктором Калиной вы сможете увидеть в эфире нашего телеканала сегодня в 20:45.